Добрый день всем! В этом видео сегодня я вам расскажу о таком приборе интересном — искатель скрытой проводки или детектор скрытой проводки. Вот. С помощью данного прибора можно определять в стене нахождение там металлических прутов, электрической проводки или деревянных брусков. Он называется 3 в одном. Почему 3 в одном? Потому что 3 материала можно определять там. На расстоянии в стене где-то примерно 3-5 сантиметров в глубину. Но это вполне достаточно для того, чтобы при выполнении каких-то ремонтов дома не засверлиться куда-нибудь там, допустим, в проводку или там в какую-то арматуру. Ну, скажем так, очень нужная вещь в хозяйстве, когда человек делает дома ремонт. Вот. Не всегда мы знаем, где находится проводка, чтобы не наделать каких-то пакостей. Лучше перестраховаться и воспользоваться данным прибором. Данный прибор называется ТН-210. Вот. Значит, здесь есть у него дисплей, кнопка включения. Как он работает? Работает он очень просто. Нажимается кнопка включение. Вот у него есть тут этой клавиши, выбираются режимы. Там вот сейчас брусок нарисованы, то есть это дерево 1-2 дюйма толщиной. Ну, та толщина определяется, брусок на расстоянии полдюйма. Так, дальше. Второе, это тоже брусок на расстоянии определяется до 1 дюйма. Это 1,2, то есть 1,5 дюйма. Дальше нажимаем, он высвечивается такой вот швеллер, который показывает, что в данный момент прибор может определить в стене какой-то металлический прут, ну или там какие-то скобы металлические, какие-то шурупы. Он тоже их определит. Ну и еще один показатель, это определяет проводку в стене. Вот. Давайте попробуем с помощью него это дело все сделать. Значит, выключаем. Прежде чем начинать работать, его нужно приложить к стене, где вы будете работать. Так вот стоит. Включаете его. Допустим, хотите определить металлический какой-то прут в стене. Выбираете швеллер, значок швеллера. И вот тут есть слева кнопочка. Нажимаете на нее «Выбрать». Вот он пикнул, это он сейчас определил толщину этого материала. Вот, и если там что-то появится в пределах этого материала, он будет издавать сигнал. Для эксперимента поставим туда ножницы под стол. Стол толщиной где-то 2 сантиметра. Вот видите, уже сработал сигнал. Отходим в сторону, перестает сигнал работать. Подводим, показываю. То есть тут находится металлический штырь. Как видите, прибор работает довольно-таки хорошо. Вот. Еще можно в качестве эксперимента взять провод. Ну, допустим, хотим определить проводку. Включаем опять off, выбираем проводку. Вот эта проводка. Выбираем. Опять зафиксировался. Берем хотя бы вот такой шнур от компьютера. Тут идет мышка. Подводим к нему. Вот видите, он срабатывает. Убираем. Он не срабатывает. То есть он определяет, что там есть ток. Тут всего 5 вольт, и он его видит. Если 220, то он еще лучше его увидит. Вот. И дерево как определяется. Ну, смотрите. Выключаем, включаем. Выбираем брус, ну, самый толстый, к примеру. Нажимаем выбрать. Зафиксировал. Тут у меня стол здесь 2 сантиметра толщиной, здесь 3 сантиметра толщиной. Сейчас будет изменение толщины,
И он это должен зафиксировать, то есть показать, что тут что-то есть под 2 сантиметрами. Вот, видите? Он уже показывает, что что-то тут лежит. Он до конца не может определиться. Но он говорит, есть тут что-то. Видите, показывает. Что-то есть деревянное. Ну, таким вот образом работает данный прибор. Видите, сработал. Есть. Вот. Питается данный прибор от батарейки 9 вольт типа крона. Такой вот. Довольно-таки надолго ее хватает. Она может тут и год, и два проработать. Вы же не все время будете ей работать этим прибором. Только когда нужно, включаете, и он вам будет помощником при выполнении ремонта в доме. Вот. Ну, в принципе, все. Вот. Интересный прибор. Рекомендую. Всегда может вам помочь при работах дома, при ремонте. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.